Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. Вы на канале Нефрит 1687. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, обращение Нефрит. И его... Она сказала, что я уже не хочу быть лучшей помощницей, а... Ну, его напарница, так сказать. За ведущая новой доживанности. Короче, видите, она говорит, су-ведущая какая-то она. Короче, все время что-то сыть хочет. Привет всем, ребят. Немножко закашлялась. А мы, ребят, не забываем ставить Люба, подписываться на канал, открыть ваши комментарии, нажимать на колокольчик, как на новые видео и стримы, на которые вас приглашаем, конечно же. Нажимайте на все ссылки в шляпе. Она, короче, все уже перепутала. Она, главное, про стрим надо ляпнуть, а остальное уже пофиг. Как там, чё, куда. Ссылки в шляпе канала для вас, которые интересны. Да, ребят, сегодня мы продолжаем прохождение Реза. Resident Evil 7. Читаю, сегодня будет все неф. Потому что мне ни хрена не видно. Почему я все читаю? Потому что теперь твоя очередь читать. Черт. А я так буду, да, на фоне. Давай потом мне эту куколку рассмотрим. Ну, а зачем? Ну, мне кажется, она что-то должна значить. Да нет, это просто вот эта вот куколка этой. Эвелины. Да. Именно ее. Ну окей. Я умею просто. Блять. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Мы видим, что раньше было. Дубль 2, что ли? А, ну типа того, да. Тут нам просто украли нашу опять эту Мию. В самом начале еще. Это что? Бабушка. А кто видели эту фотку? Да. Ну что тут больше нету точно? Ну что, дальше пойдем? Куда я нам? Пойдем. Так. А стоп. Здесь что-то изменилось, или мне кажется? Нет, все тоже. А, лесенка. Точно. Лесенка наверх сейчас. Да. Да, и где там? У нас это. Телефон звонил. Наш первый звонок был в этом здании. На телефон. Давай к моему позвоним. Занято? Занято. Ладно, пойдем дальше. О, мы видим опять чудо. Ой, я хочу увидеть это своими глазами. Блин. Что за нахер? Ах ты, сучка. Из-за тебя! Да нихуя. Почему я это вижу? Потому что она ее глючит. Она в голову тебе влезла. А ты тупишь. Капец вообще. Это же я уже допер, что у тебя там творится с твоей башкой. Правильно, тебя же глючит, а его. Не ищи, лечилки тут нету. Почему? Мы забрали ее в прошлый раз. Может, это будет эпоксид? Нету. То, что тут было, мы уже все собрали. А я хочу эпоксид. Опять эта пизда Ивановна. Это так-то Эвелина. Нет. Что-то пизда. Да. Спокойно. О. Спокойно, это я. Я знаю, ты это не нарочно. Убей его, мамочка. Но все равно не стоило. Это у нас тоже было. Дизель, как больно. Он не хочет быть папочкой. Тогда пусть сдохнет. Теперь очередь мамочки тебя убивать.
А с чего надо, чтобы мы не папочкой не хотим быть? Ты хочешь папочкой у этой девочки быть? Не, ну как. Да я не узнаю. Как ты у меня, вот у меня не стоит на нее вообще никак. Да хоть ты ребенок, я должна на нее стоять. Да я не про это, даже все пошлишь. Настя, у тебя как всегда мысли. Тут мы что-то. Да, аккумулятор вставляли. Фу, не аккумулятор это. Как это? Предохранитель. А что, теперь закрыт? Ласта этот. И камин везде дело. Это не надо. Может, я хочу заново пройти? Делай больше нечего. А да. У нас другие задания, я думаю, сейчас. Так, пошел на кухню, скажу, где там у меня. А как теперь открыть-то? Тут было не открывающийся. Тут был не открывающийся этот. Нефи, нам в другое место идти. Так и я зачем отмычку-то брал? Сука, она ржет. Ну ты смешно, что ты тупишь. Вон она. Нам так, где она стоит, походу. А че мне за Нефи идти? Ты станешь одним из нас. Нет. Может, тогда начнешь играть по-честному. Игры кончились. Нет! Убери это от меня! Ой, бля! Что, опять не бить? Смотри, смотри, вакцину пиндели. Блять. Привет. А куда мне это делать теперь? А чё она такая большая? Сука. Мия, вы где все? Ты бешеная бензопила. Что вообще происходит? Дождите меня. Мне бы найти бы еще сундук. Что найти? Сундук. Дверь-то не открывается. Значит, нам не сюда. Да я что, так и буду по этому дому бегать теперь? Да нет, мы сейчас выберемся как-нибудь сюда. Меня пугает эта большая кукла. Нет, ну почему я не могу? Прям волну. Мне же все интересно было, что здесь закрыто, почему. Я думал, когда сюда с отмычкой-то прийти. Вообще никаких изменений не произошло. Так. Господи, блин, меня. А, она глюк. А что же глюк? Напиши. Сохранялки нету. И ящик, конечно же, тоже. Но ящика тут и не было. Изначально. Гнали дальше наверх. Нам больше не было. Дверь. Хрен там. Не в эту. Уходи! Блять, меня сдувает. Вау! Так, Смотри, что? Ой, нет! От меня жизнь! Нет, не смей! Нет!
Бабушка? Ты? Я же говорю, она стала бабушкой. Почему все меня ненавидят? Прощай. Больно! 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 Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Если появились морщины, это было уже. Так, 100 патронов. А долго у меня патронов? Я убью тебя! Может, не надо? Остановись! Остановись-то! Я ненавижу вас всех! Ты что за, блядь, подобие Пиркина? Чёрт! Чёрт! Что это за подобие Пиркина, блядь? Надо от нее бежать. Некуда. Как некуда? Проход там был. Какой проход? Ты видела, все закрыто. Мы пришли. Я тебе говорю, там все закрыто. Все затянуто. Ты что, не смотришь, что ли? Я сразу туда побежал. Пулемет возьми тогда. Надо ее, значит, быстро как-то завалить. Огнемет возьми, говорю. Какие? У меня там есть патроны в нем? Нету. Ты? Почему все меня ненавидят? Прощай. Больно! 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 Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Ну, Настя, я не мог, ты сама знаешь, сундуков нет. Видишь, дверь замурована. Видишь, она не была. И это замуровано. Короче, я двумя бомбочками ее убил. Убили? Вот дело, да. Я раздавлю тебя! Ой! Вот дело, наконец. Ты просто малявка! Я встать не могу. Там вертолет летал, там кто-то на помощь мне прилетит. Она опять меня утащила. Игры кончились.
Ефизит. Это был пистолет у этого. Тоже берета, как у Джилла. Ну, понятно. Вот уж на конец игры. Чего, Настя? Говори громче. Конец игры. Да, тут игры говори громче, что тебе плохо, тихо слышно. Мы делали бризу и закончили игру. Ну. К чему шли, к тому и добрались. Спасатели. О, Рокфор. Я Редфилд. Рад, что мы нашли тебя. Мы Крисера и Рокфора нашли. Хули вы так долго, ребята? Вот именно что. Правильно, Ит. Соглашусь с ним, хули вы так долго. А где Мия? Итан? О. Мия. Ты уцелела. Я рад. Уцелела? Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь. И не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и Бейкеры тоже. Это из-за той твари, Эвелины, они такими стали. Но теперь Эвелина мертва. А эти ребята явились прибраться. Я только смирился с уходом Мии. Но теперь она вернулась и хочет начать сначала, с чистого листа. Может, это и есть открытая дверь. Частично мы с ним одинаково мыслим. Ну, чё? Про да, дверь. Ну, собственно, вот мы закончили еще одну часть Resident Evil. Да, ребят. Вот и закончилось. Ну, все хорошо. Я впервые, как говорится, прошел. Это уже титры идут. Ну вот, ребят, мы все-таки сделали это. Да, мы закончили. Я для себя, как говорится, закончил и попробовал впервые эту седьмую часть. Я ее толком даже не делал до конца, теперь я знаю, что все закончилось, все хорошо. О, если что закончилось, все хорошо, потому что мы хорошо и проходили. Нет, я думаю, что Мия должна была выиграть, мы ее спасли. Понятно, кто был виноват в изменениях Бейкера, виноват была всем Эвелина. Да. И тут. Ну, не красненькое видео, мы закончили. Да. И умирали. 12 часов я проходил. Ну, вы главное же прошел. Да. Ну вот, ребята, такая игра получилась у нас. Кому будет интересно. Попробуем. Оружие Альберта открыто у меня теперь. Что же интересно за Альберт, да? Действительно. Что-то мне, наверное, это, наверное, такое, так сказать, напоминалочка к Альберту Вескеру. На вертолетике Амбреллы. Угу. Так что вот такие вот. Как были. А сейчас нажму продолжить.
откуда я... А, отсюда же начну. Ну, зайдем за хранение, да и продолжим. Блин, а я думал, то, что там продолжу, может там это... Пистолет-то мне дали? Ну, просто сам все будет, только ты... Пистолет-то тут у тебя еще не будет. Пистолет у меня еще не будет? Я думал, может, то, что как, когда нажмешь этот... А, ну, логи, наверное, нажать. А я continue нажал. Надо либо логин, либо логгейм, либо новый игру. Видишь, шестого места, где мы нахуй Лину кончали. Вижу, вижу. Давай посмотрим. Так что вот. Кому интересно будет пройти с вами игру, проходите. Ну, тут нету, значит, если только, наверное, когда новая. Ну и да, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight687, с вами был Нев. И Нести. Ну, а мы не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, ставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы смотреть наши новые видео и стримы. А все ссылки для вашей шляпи канала. Ну и всем до новых встреч, пока-пока. Чао. Let's rock.